Январь 2023 года. Россия впервые в истории должна была принимать всемирные игры специальной олимпиады. Ждали атлетов с ментальными особенностями из 108 стран. 156 спортсменов ежедневно готовились к главным домашним соревнованиям, пока не узнали печальную новость. Состязания отменили, а русских не допустят. Но настолько сильных духом людей этим фактом не сломить. История заинтересовала кинематографистов студии «Остров». Самое важное – это найти людей, команду и партнеров, которым были бы близки ценности картины. И я хотела поблагодарить нашего генерального партнера Сбер за то, что они поверили в нас, в нашу картину и помогли нам. Плюс у нас достаточно молодая команда, которая сделала уже не одно большое кино спортивное, но для них это кино было очень эмоциональным и личным в том смысле, что да, это суровые парни, операторы, которые снимали кино, но когда они снимали этот фильм, они плакали, потому что они видели сильных духом людей. Ленту показали на фестивале «Человек и природа». В картине несколько историй о спортсменах с ментальными особенностями. Здесь и личные драмы, и непростой путь к победе, и история о том, как участники узнали об отмене соревнований. То, что показано в этом фильме, стремление к жизни, стремление к битве со своими недугами, очень интересен и важен нашему фестивалю. Над фильмом работала сплоченная команда профессионалов. Художественный руководитель Сергей Мирошниченко, режиссеры Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко, автор сценария Мари Рено, оператор Григорий Аполяйс. Среди создателей и номинант на «Оскар» Максим Арбугаев. Состоялся просмотр на фестивале «Человек и природа» фильма Марии Финкельштейн студии «Остров. Дайте мне победить». Про атлетов с ментальными особенностями. Невероятно сильный фильм про людей, сильных духом. И этот фильм особенный, он специальный, потому что он должен иметь очень высокий социальный эффект для нас всех, кто посмотрит этот фильм. Генеральным партнером фильма выступил Сбер. Сбер сейчас огромное внимание уделяет инклюзивности, и даже мы, ну вот в регионе, в Иркутске, у нас тоже в том году был большой проект по инклюзивности. Мы, например, обучали детей из коррекционных школ финансовой грамотности в течение там всего года. Увидеть фильм «Дай мне победить» можно бесплатно на платформах ОКО, Кион и Винк. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.